ребята, добро пожаловать на мой канал и ассаляму алейкум. Если вы меня видите впервые, то не забудьте подписаться на мой канал. Уверена, раз вы заглянули на это видео, значит вы любите тему касательно одежды, а также хиджаба. У меня их на канале достаточно, и мы с моими подписчиками снимаем с каждым разом все больше и чаще подобные видеоролики. А всех подписчиков я приветствую, ребята, добро пожаловать. В прошлый раз я обещала, что я начну снимать новую рубрику. Действительно, она новая, но как бы странно это не звучало, это одна из самых актуальных тем, актуальных рубрик, которые никогда, мне кажется, не угаснет. Но я перерыла весь YouTube, и, к сожалению, я не нашла видео касательно луков для девушек в хиджабе. То есть образов на определенные сезоны. Есть такие видео, но они очень старые, а тема одежды, она всегда актуальна, она всегда меняется. И я подумала, почему бы нам вместе с вами не возобновить эту рубрику. В этом видеоролике я решила показать вам несколько своих образов на осень, а также на весну. Возможно, кому-то подойдет еще это на зиму, если у вас нет зимы, например, если вы живете в теплых странах. Можете одеваться не точь-в-точь, как я, например, вам показала, а подобрать подобный стиль. Например, сочетать эти цвета же, носить подобные цвета. Например, если у меня верх бежевый, то подобрать себе, не знаю, бежевое пальто или бежевую куртку и прочее. Вот, мои образы максимально легкие, максимально свободные, а также вы в них будете чувствовать себя максимально комфортно. Вот, честное слово, когда у меня есть возможность одеваться либо красиво, либо комфортно, то я всегда выбираю комфортно, да? Еще раз скажу. В этих образах вы не увидите что-то такое супер-мега-милое, супер-мега-женственное, потому что я так не одеваюсь, вы сами уже знаете, как я одеваюсь. По большей части мои вещи это оверсайз, и мне это безумно нравится, а также я люблю одеваться в деловом стиле, хоть я и не деловая какая-то дама. Вот, в общем, надеюсь, вам понравится, поэтому прямо сейчас не забудьте подписаться на мой канал, а также нажать на колокольчик. А чуть позже обязательно перейдите на мой инстаграм и не забудьте подписаться там, потому что чаще всего в инстаграм я выкладываю свои фотографии, а также образы в целом, можете просто так посмотреть. Мне очень будет приятно, если вы меня поддержите, поэтому давайте мы с вами начнем. Мне кажется, у каждой девушки в гардеробе должно быть хотя бы одно черное платье, а в моем случае это черный пиджак. Моя базовая вещь, которая подходит абсолютно под разные цвета юбки или же штанов. Надела светлые джинсы, мне они очень нравятся в последнее время. Надела сумку под цвет обуви, а также украшения. И вуаля, наш первый образ готов. Он в деловом стиле, а также в сочетании с уличным. Если вы носите аксессуары на хиджабе, то я рекомендую вам надеть что-нибудь минималистичное. И все. Под этот пиджак я всегда надеваю черные штаны воскрешенные, либо же темно-синие, потому что с другими цветами я еще не экспериментировала, и мне нравится именно такое сочетание цветов. Это, пожалуй, мой один из самых любимых аутфитов, который я ношу довольно-таки часто в последнее время, и мне оно напоминает как образ любителей почитать. Действительно так, потому что когда вы добавляете к какому-то аутфиту шоперы, то ваш образ становится максимально уютным. Для этого образа я надела светлые джинсы, взяла свой шопер под цвет этих джинсов, а также надела свою барашку, которую я очень сильно люблю, и поменяла цвет платка. Пожалуй, этот стиль больше подходит для дождливых погод, но я надеваю, когда захочу, когда у меня такое настроение, немножечко дерзкое. Действительно, когда вы добавляете к аутфиту, к образу что-нибудь из кожи, то получается таким немножечко дерзким, но при этом смотрится очень красиво. Я надела безрукавку от Берушки, а также оставила свои коричневые штаны и надела черную панамку, подойдет также и белая. И надела свою кожаную сумочку, и все, наш образ готов. Как вы могли заметить, по большей части я меняю верхнюю одежду. Все очень просто, когда я покупаю что-то, какую-то верхнюю одежду, или же какую-то юбку, или же штаны, я всегда думаю,
подойдет ли эта одежда или же эта вещь под другие мои луки, чтобы составить какой-то полноценный новый аутфит. Насчет пиджаков. Как вы могли заметить, я их безумно люблю. К сожалению, в Стамбуле ты их редко встретишь в каждом магазине, например, как в России, точно так же, по-моему, было, но я заказала все три на Озоне или же в Wildberries, я забыла, на Озоне, скорее всего, и это марка Zarina. Мне безумно нравятся эти пиджаки, и они немножечко оверсайз. Да, действительно, но я не люблю, когда все прилипает, ну, не знаю, я не могу с этим ничего поделать. А здесь же... Возможно, в Зарах, в H&M есть подобные пиджаки, возможно, есть даже разных оттенков, но, к сожалению, я никогда не видела. Хоть я очень много магазинов обошла, хоть и много рынков обошла, но такого не было. Думаю, каждый поищет и сам найдет. Но оставляю источник, кто живет в России, то посмотрите на Озоне или же в Wildberries Zarina. Называется марка Zarina, и она очень, мне кажется, крутая. Насчет еще того, что есть базовая определенная вещь. Например, на этом видеоролике у меня была водолазка с горлом. Я ее безумно обожаю, точнее, я эти водолазки покупала в России тоже. Здесь у меня пока не было возможности присматриваться к ним. Вот, но вроде бы в H&M мама увидела. Вот, можете там же посмотреть. Опять же, я оставлю источники внизу в описании, обязательно не забудьте заглянуть. Возможно, кому-то понравилась идея моих образов, и кто-то захочет повторить эти образы. И третье, что хочу сказать, это насчет обуви. Я безумно люблю кроссовки, вне зависимости от сезонов, я всегда ношу кроссовки. Я, по-моему, года 5, уже 5 лет, да, я не ношу никакую другую обувь, кроме кроссовок. Это, да, это зависимость, но мне нравится. И в основном они у меня в светлых тонах. Например, это белые, светло-бежевые, что-то типа белого, или же серые. Вот, серо-белые, точнее. Касательно цветов одежды. Они сочетаются, вы их можете носить когда угодно, где угодно, и эти цвета никогда не уйдут из тренда. Это такая вот базовая вещь, базовые цвета, которые всегда будут актуальными и будут смотреться очень красиво. Сейчас пролетел самолет, думаю, меня было слышно. Вот. Надеюсь, ребята, вам было интересно, а также полезно. Не забудьте подписаться на мой канал, а также на мой инстаграм. Как я уже говорила, у меня в инстаграме чаще всего я выкладываю все образы, все свои луки там. Поэтому, если подпишетесь, я буду очень рада и признательна вам. С вами была Нилу, ребята. До следующего видео. Пока.